Все случилось ночью. Как рассказала потерпевшая, 30-летняя жительница Сочи, во дворе дома неизвестный молодой человек выхватил из ее рук сумочку и убежал. Среди похищенного личные вещи девушки, документы и деньги – 2000 рублей. Полицейским потерпевшая указала направление, в котором скрылся подозреваемый, а также описала его одежду. Уже очень скоро был задержан 18-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за совершение краж чужого имущества. Похищенные вещи вернули их владелице. В настоящее время он дал признательные показания, взят под стражу. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Санкции статьи «Грабеж» предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.